Смотрите в пятницу 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Двум собакам и одной кошке очень нужны свои владельцы. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Как и откуда у легендарной телеведущей Ольги Король, любительницы собак, появились 19 кошек. И гость в студии, заместитель директора благотворительного фонда, представитель приюта «Лакшми» Екатерина Веденеева. Тема беседы – работы приюта и обсуждение принятого в этом году закона по содержанию собак и кошек. Смотрите обо всем этом в программе о животных на телеканале «Самара ГИС» в пятницу в 18:15.